Тут я нашел в лесу только что какую-то тарелку. Вот такую, смотрите. И это может быть какая-то дорогущая тарелка. Нифига себе. Какого она года? Цвибельмустер Эхт Кобальт. Блин. Шпюльмашинен Фест. Шпюльмашинен Фест. Велько Крефельд Порцелан. Блин, это может быть дорогая какая-то тарелка вообще. Смотри. Я прямо нашел ее в лесу. Артышо, что мне здесь делать? Почему здесь не написан год? Вот здесь в лесу, если кто-то узнает эту тарелку, у меня есть ее координаты, можно приехать забрать. Ира наотрез не хочет брать, говорит, что это мусор и гадость. Чтоб я выкинул, положил обратно. А я настаиваю на том, что ее вот это вот надо отнести в передачу эту, где Барес Феррарес. И там тебе отвалят деньжищ за нее, будь здоров. Мы на следующий... По следующим координатам. И описание гласит следующее. Не каждое дерево идеальное, его нужно сразу срубить. У меня уже очень давно есть трещина, и я до сих пор жив. Высота груди, подсказка. В общем, нам надо найти дерево с трещиной, и на высоте груди там будет тайник. Смотрим координатки наши. Это где-то немножко в лес. Должна быть какая-то тропинка, потому что только что я влез через какие-то чигиря, и этого делать вовсе не надо было. Какие-то прямо два ручья между ними. Так, мы прошли. Вот так это все выглядит. Значит, все-таки с левой стороны. С левой стороны. Между двумя ручьями. Ну это не ручьи, а какие-то каналы. Дерево с трещиной.
Где координаты? Вот смотри, вот эти вот два синие канала, это вот это вот. Скорее всего, вот оно между ними, прямо посередине. Вот мы идем к нему. Здесь некуда их сунуть, там нет. Прямо вот здесь вот координаты, смотри. Mm-hmm. Вот это вот идеально. А я не увидела нашу. Ух, я геокетчер настоящий. Вон кисер, смотри, туда. О, ман. Та-да-та-та-да. Нашли. На высоте груди, вот в этом дупле, находится наш тайник. Его туда запрессовали, будь здоров, его как вытащить, а нет, вытащится. Хопля, и у нас садится батарея, но у нас сегодня есть запасная батарея, запасной аккумулятор. Унгляублик, чему-то все-таки учит меня жизнь. Потому что я думал все время, что я необучаемый. Андох. Так, тут еще есть местяк даже. Все заполняю. И это сегодня наш третий найденный тайник. В сумме я уже сбился со счета, по-моему, 109-й. Но может быть 108-й. Альзо. Заполняем. Логбух. Как, кстати, логбух ты бы перевела на русский, Кися? Четную книгу? Ну, как-то так, наверное. Мы все еще в том же лесу, подростком. Ну, собственно говоря, мы всегда в одних тех же лесах, потому что мы здесь живем недалеко. Дождя все еще нету, слава богу. У нас имеется немножко времени. 109-й. Вырубай. Мы приехали на следующий тайник, кстати, 110-й по счету. И задание этого тайника написано следующее. Здесь вы найдете маленькую гусеницу. Она хорошо спряталась между листьями и ко, и компанией. Дополнительная подсказка у дерева. В общем, надо нам найти гусеницу, которая спряталась в листьях и ко. И найдем мы это все у дерева. И нам нужен какой-то вход. Не через. А координаты? Thank you.
точно. Вот прямо тут вообще где-то вот прямо у дороги. Давай. Так, что еще снимать? Нужно снимать наше восхождение. Ну вот мы, в принципе, уже дерево. Вот это вот дерево, которое вот там валяется, уже не будет. Ну вот это самое ближнее. Так, еще раз. Задание. Здесь вы найдете маленькую гусеницу. Она хорошо спряталась между листьями и кол. Дополнительную подсказку и дерево. Маленькая гусеница. Вот эта гусеница. Где гусеница? Маленькая гусеница. Какая маленькая гусеница? Где здесь маленькая гусеница? Наверное, тут где-то самое. Вот, наверное, маленькая гусеница имеется в виду. Вот она, маленькая гусеница, да наша. Вот ты ищи, да, маленькую гусеницу. Это одни и те же, один и тот же человек. Они все одинаковые коробочки спрятал. Окей. Это был 110-й, и вот такой вот значок здесь был. Кстати. Freundlichkeit ist ein Bumerang. Sie kommt zurück. Кися. Прямо вот на злобу сегодняшнего дня то, о чем мы говорили. Делай добро, и оно к тебе вернется. Альте Шведе. Как вот как все сходится. И дедушка этот прямо, который помощь. И человек, который меня спросил, нужна ли мне помощь. А я такого нет.
и значок. Нифига себе, мистика. О, не надо, круто. Было бы прикольно, если бы вот здесь никого не было. Густой лес, такая тишина. Как ты любишь, никаких птиц. А... Как я люблю. Да. Угу. Таинственно и загадочно все. И где-то даже страшновато. А тут по этой дороге просто. Так, я домой. Что такое? Че? Даё? Таинственно и страшновато. Это не для меня. Еще один найдем и поедем домой. Максимум два. Их два осталось. О, да. Та-да-та-та-да. Вырубайтесь. 110. Прикольное описание следующего тайника. Вот они каждые 250-280 метров друг от друга. У дерева покрытым, ну это перевод такой, у дерева покрытым деревом находится дерево. И подсказка — дерево. Кися еще дальше. У дерева покрытым деревом надо найти дерево. Подсказка — дерево. Что ты думаешь? Здесь много деревьев. Какое именно нам надо? Чуть немножко не так. Описание. У основания дерева, наполовину покрытого деревом, ищите детеныша. Подсказка — дерево. В общем, у основания дерева, наполовину покрытого деревом. Ну, я так понимаю, мухом, наверное. Искать детеныша — это, наверное, новый какой-то отросток. И подсказка — дерево. Координаты. Пойдем сначала в эту сторону. Как будто уже вот здесь. Ну, не совсем. Нам надо найти дерево, какое-то дерево. Должен быть детеныш. Вот это вот походит по описанию. Дерево. И тут еще раз дерево. Но пока одинаково не будет. А координаты где? Ну вот прямо. Прямо я бы сказал здесь. Нет, мы прошли. Это вот дерево. Вот они везде так наложили. А вот это вообще такое странное. Вот это? Да. Ну, это вообще выкопали. Откуда-то здесь выбросили. Опять координаты куда-то улетели. В этих кучах, наверное, где-то. Тут вот прямо тропинка есть. Прямо такая лужайка похожая. Это ближе к дороге, прямо к дороге прямо. Смотри, какой желтый, прикольный. Ага. Какой-то яд. Это яд, сказал. Это так вот выглядит яд. Это яд. Так растет яд. Так растет яд. Это же не гриб, ничего. Это яд.
Поэтому у него такой ярко-желтый вид, чтобы его никто не перепутал. И все другое. Да. Здесь вроде тоже неплохо. Видите? Это что, я ничего не пойму, блин. Давай еще раз, я убью всего. Здесь. Прямо здесь. Не ползай вот тут кругом. Здесь прямо ближе всего, да. Сейчас опять он куда-то улетел. Долго мы искали, долго. Ничего себе. Не могли вообще найти. С полчаса мы искали. И Руся нашла, красавчик. Случилось. Так и свое. Окей, чешская интуиция. Молодец. Где он? Где этот проказник? Покажите мне его. Найди. Это нет? А-а-а! Вообще никак с подсказкой вообще не связано. У основания покрытого дерева подсказка дерева. Кто делает вообще подсказку в лесу? Дерево. Тут все дерево. И вот это можно найти только случайно. Я уже вон там вот просто ходил, искал где-то в 100 метрах отсюда. Мало-то было непросто, но мы сделали это, Руся, красотуся, ю-ху, ю-ху, пи-ху. Молодцы, я уже голодный, будь здоров, уже просто ищу, ищу уже голодный, уже злой не становлюсь. Где, кто так строит, кто так прячет, вообще. Все, заполняем, погнали. Так, это был то ли 110-й, то ли 111-й. Не помню. Надо дома разобраться. Так, фотографировать здесь даже нечего вообще. Просто в основании дерева. И координаты показывают вон там. А это метрах 5 от координаты. И просто случайно это можно найти. И подсказка никак наполовину abgedeckt, что у основания. Ну, единственное, что у основания. Но это может быть у основания любого дерева. Ладно. Нашли, и слава богу. Подожди, не вырубай. Я посмотрю сразу, сколько еще чего осталось. Мы примем сейчас эпохальное решение с тобой, что мы здесь, что мы делаем дальше. Осталось еще, я выписал. Это был 4-й или 5-й сегодня тренинг? 5-й. 5-й. Осталось еще 1, 2, 3, 4. Ты говорил 6 так-то. Да. Все знакомые нотки. Еще один и домой? Да. Погнали, красавчик. Обожаю, когда ты сговорчивый. Найдите петинг, и у вас появится еще один желтый смайлик на карте. Получайте удовольствие. Подсказка тянуть. То есть просто найдите петинг. Пухи прежнего. Да. Подсказка тянуть. Все. То есть вообще
Другими словами, подсказки никакой. Просто приедьте по координатам и тяните. Другими словами. Все, я, значит, забиваю новые координаты. Тайник находится от нас 200 метров. Находим, не находим и едем домой кушать пекинскую утку. Та-да! Навигация у нас пропала, потому что нету интернета здесь в лесу, и нас водило туда-сюда. И подсказка была просто приехать по координатам описания тайника, и подсказка «тяните». И интернета нету, я не знаю, почему у нас офлайн карты не работают. Надо посмотреть Google Maps. «Тяните», и давай, я говорю Ирусе, посмотрим, что можно здесь тянуть, где, потому что по координатам невозможно найти. Я потянул за эту крышечку и нашел тайник. Кока-кола. Все, заполняем. Это сегодня... О, еще так, наверное, веревочки грамотно сделали, чтобы не лазить туда пальцем. Вот это грамотно. На резиночке. Заполняем. Едем домой. Я уже кушать хочу. Что-то сегодня... Испугался так этого дождя, что прямо быстрее поехали, даже не завтракал. Ох, тут прямо новенькая книжечка, все красиво, аккуратно, класс. Такой махчпас прямо. Все, значит, мы сегодня нашли 6 или 7, ты никого уже сбился, наверное, 6. И это было наше воскресенье. Вот так проводим, друзья, мы выходные дни. Взрослые люди по 50 лет. Кто-то сейчас сидит, попивает пивко у компьютера. Такой, блин, вот плохим. Как можно вообще так проводить свободное время? Все. Все. Все, вырубайся, погнали мы домой, погнали за уткой. Где ГДР? Здесь школа, я не знаю, Грундшуле, наверное, начальная школа. И тут еще барельеф такой времен ГДР, времен Советского Союза, когда это была часть Советского Союза, фактически ГДР. Вон там спутники, космонавты летают, и написано СССР. Вельтешведа. Я пока школу снимал, мы с Ирусей разминулись. А, вон она, я вижу. Вон она вдалеке едет. Окей, мы почти у цели. Мы едем в МБИ с китайцем взял. Пекинской уткой, мы ее всегда покупаем у одних и тех же китайцев, у них она самая четкая. Я даже не знаю, сколько она сейчас у них стоит. Все подорожалось, сейчас дёрнул, что 6,50 стоит. Раньше эта утка стоила 7,50. И они делали огромные такие порции, которые я с трудом съедал. И мне еще приходилось Ирину доедать, потому что она вообще ее никогда не осиливала всю полностью. В общем, мы уже почти приехали. Снять, да, мы не китайцы. Вот так это все выглядит, вон они нам делают. Номер 41, это фляж Кнусгрих, Нигибрат на Нубе, Узги Мюзе. Заказали мы здесь есть. Будем есть у них на улице, да, Кися? Да. На улице НТ, я себя снимаю. Логическое завершение нашей поездки воскресной. Пекинская утка, обещанная пекинская утка с нудлями. Вот так как это выглядит. Это вкуснятина неимоверная. Рекомендуем, дорогие подписчики. В конце обязательно каждого велотура берите вот такую пекинскую утку. Все, всем друзьям мир. Мотивируйтесь и развивайтесь. Пока-пока. Зуй, скажи. Пожалуйста.